подарить детям с особенностями развития возможность обучения в обычных школах – приоритетная цель. Как этого достичь, обсудили на Всероссийской конференции по инклюзивному образованию. В рамках проекта подняли вопросы об устройстве учебного пространства и методы работы со сложными учениками. Столичные педагоги поделились опытом с коллегами из регионов. Услышав наш опыт работы с детьми с особыми потребностями, о том, что такие дети могут обучаться в школе вместе, социализироваться вместе и участвовать во всех конкурсах, я думаю, что у них появятся новые силы, поймут, что да, мир возможностей есть у таких детей. И, ну, надеюсь, частичку моего опыта они привезут себе в школу, будут применять в своей работе. На самом деле проблема инклюзивного образования стоит очень остро, да? Потому что таких детей появляется все больше и больше, а готовность и педагогов, и учителей, и, ну, она минимальна. На самом деле не хватает знаний. Да? Поэтому вот мы приехали обучиться и посмотреть, как это делают в центре. Подсказание выложено все. Все.